В Госдуме хотят перенести парламентские выборы с декабря на сентябрь 2016 года на единый день голосования. Для этого необходимо принять пакет законопроектов. Одновременно планируется выяснить позицию Конституционного суда. Как сообщил спикер Думы Сергей Нарышкин, запрос в КС направит Совет Федерации, чтобы не было конфликта интересов. В основном законе прописаны 5-летние полномочия депутатов и требуется разъяснение, возможно ли сокращение этого срока на 3 месяца. Саму необходимость переноса даты голосования Нарышкин объяснил работой над федеральным бюджетом. Мои аргументы сводятся к тому, что новый бюджет, бюджет 2017 года, должны рассматривать и принимать, и отвечать за него уже депутаты 7-го созыва. Дело в том, что в соответствии с бюджетным законодательством правительство ежегодно вносит проект бюджета в Государственную Думу до 1 октября текущего года, и вот этот несколько недель, даже 2 месяца, октябрь и ноябрь, являются таким временем концентрации усилий буквально всех депутатов Государственной Думы. Также в Думу внесен документ о гарантиях тем депутатам, которые не попадут в парламент нового созыва. Предполагается сохранить их неприкосновенные зарплаты и прочие льготы до истечения срока полномочий, то есть до 4 декабря 2016 года.